В игре появятся еще две школы креативных индустрий. Об этом сегодня говорили во время заседания окружного правительства. Сургут и Белоярский район получат региональные и федеральные субсидии на создание образовательных учреждений. Каждая школа будет включать в себя четыре направления в сфере креативных индустрий и сможет принять на обучение не менее 80 человек. Планируется, что 1 сентября они уже начнут работать. Курс рассчитан на 2 года. Напомню, что первую в Югре школу креативных индустрий открыли в Ханты-Мансийске в прошлом году. Здесь детей учат по направлениям современная электронная музыка, анимация и 3D-графика, дизайн, а также фото- и видеопроизводство. Мы результаты работы представим в мае, в июне текущего года. Но то, что делают дети, я считаю, что многих это удивит, как люди без музыкального образования создают какие-то музыкальные экспозиции и делают мультфильмы. То есть есть даже уже первый мультфильм, который создан руками детей.